Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Эта хрестоматийная фраза Льва Толстого долетела на период существования будущего спектакля в Тинчуринский театр, где оживает драма Рустама Мингалима «В третьей комнате живет собака». Отношения супружеских пар рассматриваются на грани фола. А для режиссера Резиды Гариповой это новый театральный эксперимент. Это семья, которая безумно друг друга любит. Вот, но тем самым безумно друг друга как бы уничтожает. Цитата к пьесе Эдварда Олби «Кто боится Вирджинию Вульф», вот, где тоже семейная пара пытается как бы жить в этом аду, который сами они и придумали. Герои пускаются во все тяжкие, как Элизабет Тейлор и Ричард Бартон, но жить друг без друга не могут. Помимо ругани и прочих составных «нет-нет» и промелькнет советское светлое чувство. Какой-то мужик, может быть, вот боится сказать своей любимой, там, «я тебя люблю». Вот эти слова, вот после нашего спектакля, мне кажется, каждый человек изменится, и дай бог, чтобы это так было. Может, мир изменится даже к лучшему. Это было бы очень классно. Временные отрезки и социальные характеристики неважны. Тем не менее, за словами актрисы стоит сермяжная правда. Живет в роскоши, достатке. Муж порядочный человек. Скорее всего, он какой-то, наверное, чиновник. Причем не среднего звена, а повыше. Я так думаю сама. Спектакль, отмеченный душевными катаклизмами, напоминает об истории, связанной с предыдущей постановкой Резиды Гариповой «Все мы люди» по роману выдающегося пацифиста Эриха Марии Ремарка «Возлюби ближнего своего», который внезапно исчез со сцены театра. Как выяснилось, после 8 показов спектаклем заинтересовалось Российское авторское общество. Оно посчитало, что наследники великого писателя не получили ни копейки за использование авторских прав. Напомню, что роман Ремарка был переведен на татарский язык Шамилем Фархудиновым. Пьеса поставлена и имела своего зрителя. Но театр должен выплатить $1000 за право РАО, которые должны передать эту сумму фонду «Наследие покойный Полет Годар Ремарк», представляющему Университет Нью-Йорка. Тогда-то снятый спектакль имеет право жить самостоятельно и успокоить наших зрителей. Мы собирали подписи для восстановления этого спектакля, но ничего такого точного, утвердительного мы не услышали. Зрители просят, и актеры уже просят, и этот вопрос поднимался даже у нас на собрании коллективном. Вот, и, возможно, его будут решать. И немецких эмигрантов эпохи Ремарка, и героев пьесы «В третьей комнате живет собака» объединяет одно – они безумно страдают. Кто-то от ужасов войны и неразделенности встреч, кто-то от благополучия и внешнего комфорта. Дмитрий Пивоваров, Владимир Ладушкин, эфир 24. Настройте и смотрите новый телеканал в кабельных сетях. Эфир 24 «Релакс».